Радио 54. А важно, кто в паре, ну, любитель или, или нет? Ну, как правило, это все-таки партнер. Как правило, партнер, соответственно, это профессионал, а партнерша — это любитель. Потому что все-таки навыки, которые или это действующий танцор, или это в прошлом танцор, а сейчас тренер, конечно, те навыки, которые были приобретены за свою спортивную деятельность, свою танцевальную карьеру, они, конечно, очень помогают очень быстро, доходчиво, понятно развиваться любителю. Со всеми практическими, техническими навыками, конечно, профессионал знаком и знает, как выйти из той или иной ситуации и какие слова подобрать. Ну и плюс его танцевальная практика, которую он воспользовался, когда сам танцевал, конечно, помогает очень быстро и развиваться и активно с точки зрения техники и понятия музыки, и партнерства здесь. Только плюсы. У тех девушек, женщин, которые приходят заниматься с профессионалами, у них должен быть какой-то уже опыт или нет? Нет. Не обязательно? Нет. Просто вот, вот захотела и все? Захотела и все. А мы совсем исключаем мужчин-любителей, да? Нет интереса в этом? Есть. Наш коллектив, танцевально-спортивный центр «Кристалл», попробовал тоже такой проект запустить. Мы его назвали, ну, у нас есть «Танцы со звездами», uh-huh. Да, мы его по этой же аналогии проводили. В рамках этого проекта мы как раз пригласили всех желающих принять в нем участие. В основном это у нас получились родители наших воспитанников. Mm-hmm. Родители. Ну, логично. Да. В проекте принимал участие директор гостиничного комплекса «Абникум». Это тоже к вопросу, а мужчины могут принимать участие или нет. Да, достаточно долго они готовились с нашей участницей. Вот, великолепный получился номер. Нет, мужчины участвуют. Мужчины участвуют. Но спрос больше среди женщин, конечно. Ну, мужчины побаиваются, наверное, но вот самые смелые, самые отважные, они... Но если что, для них есть профессиональные партнерши. Конечно, конечно. Просто можно ведь так это сигануть на колено, что потом придется вызывать скорую. Ты понимаешь? Вот сразу вот. Нет, такого, слава богу, не было. Но вообще интерес есть. Интерес есть. Интерес, вот мы очень заинтересованы. Я имею в виду, мы это Федерация Новосибирской области, для того, чтобы танцы развивались во всех слоях и набирали популярность не только от самых маленьких детей, но и привлечь, конечно, и взрослых. Это и наполнение зрителями, соответственно, трибун нашего, наших турниров. Мы заинтересованы, чтобы как можно больше людей... Ну, спрос большой, я так понимаю. Спрос хороший, да. Спрос уже повышается, и я очень надеюсь, что вот весной на будущем турнире Кубок губернатора этот проект будет иметь продолжение. Я был на Кубке, я смотрел, как принимали пары, ну, все были в восторге. Нет, здесь, когда выходят взрослые танцоры, когда выходят сеньоры, когда выходит прам, это все зрители сразу в другом состоянии находятся, потому что кто-то не может это сделать и, конечно, с завистью смотрит просто на смельчаков. Причем там же, по-моему, говорится, да, что сколько по времени они занимались, да, кажется, ведущий объявляет, или нет, или я ошибаюсь. Ну, это все зависит от формата мероприятия, да, объявляют, как правило, титулы профессионалов, которые участвуют в парах, и, конечно, сколько лет занимается сам любитель. Твой дом, твоя область. Новосибирск, 106.2 FM.